Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем веселиться и веселиться и веселиться. А что именно, ребята, мы сегодня побываем на настоящих американских горках, которые вы еще, в принципе, никогда, наверное, в своей жизни не видели в Майнкрафте, потому что это что-то вообще необычное, ребята, это очень... круто! Вы также сможете на них покататься, ссылочку на все я оставлю в описании, а в этой серии я сделаю небольшой обзор и просто-напросто с вами немного повеселюсь на этой карте с модами, можно так сказать, потому что тут включает в себя один мод, чтобы вот эти все американские горки работали. Но перед этим я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь я очень сильно люблю своих подписчиков. А вы выразите свою любовь ко мне, хотя бы поставив лайк. Ведь если мы наберем 700 лайков, то я увижу то, что вам нравится подобная рубрика. Я буду выпускать ее хоть даже каждый день для вас, ребята. Честное слово. Также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я отвечаю на ваши вопросы. Если не верите, то можете посмотреть. Не забываем добавлять меня в друзья ВКонтакте и также подписываться на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. А сейчас, ребята, мы быстренько приступим и посмотрим, какие же американские горки я имею в виду. Смотрите на это чудо. Это самая лучшая карта, которую я только видел в своей жизни. Ребята, давайте прокатимся на этих горках. Это что-то невероятное. Ну просто посмотрите на вот это. Это прям чудо. Я не знаю, кто сделал эту карту, но это реально что-то нереально крутое. И вот эти горки, если честно, когда я первый раз на них прокатился, у меня прям башку сорвало. Ну, ладно, в принципе, раз мы прокатились, давайте пойдем посмотрим. Там еще вроде какие-то горки есть. Мне вроде друг сказал, что там бомжи какие-то горки за этой горой открыли. Давайте пойдем посмотрим. Мне кажется, это будет какая-то хрень, ребята. То есть, ну, с моими горками вообще никто не сравнится. И вот эти горки, это, наверное, будет... Да, наверное, ребята. Это все-таки будет настоящая хренотень. Но дадим шанс вот этому чуду природы. Сейчас посмотрим, что это вообще такое и будет ли тут вообще весело. Потому что если тут веселья никакого не будет, то зачем вообще эти горки, да? Ну что, ребята, вы готовы прокатиться на этой хреновине? Вы просто посмотрите, вы где-то видели вот такое в Майнкрафте? Ребята, это охренеть. Ладно, я не буду томить, я не буду сидеть и ждать. А просто-напросто, ребята, давайте посмотрим. Что это такое? Офигеть. А если вообще вот так сидеть, то прям реально такое ощущение. Вот смотрите, что тут только нету. Это офигеть просто. А вот это большое кольцо. И сейчас под землю? Сейчас под землю. Офигеть. Офигеть. Ребят, смотрите на вот эту хрень. Смотри, сейчас под воду, мне кажется, будет. Вот, под воду выехали. Ребята, вы когда-то смогли бы построить такие горки? Никогда. Я, если честно, нереально благодарен автору. Это вообще стоит хотя бы пару раз прокатиться, потому что это просто-напросто офигеть. А давайте мы еще попробуем, знаете что? Дополнительные вот эти штуки. Нет. Дополнительные вот эти штукенции поставить. Ну как бы. Ну как это назвать? Да твою мать, да я же не туда нажимаю. А вот. Сейчас. А как мне поставить? Ага. А может. Ага, это нужно на главную вот эту тыкать. Давайте вот так и сядем на пятую. Прям, знаете, в самом конце. И давайте сейчас отправимся. Еще раз, ребята, прокатимся, потому что это офигеть просто. Ну вот эти горки, я не знаю, ребят, я просто нашел эту карту, я сразу же хотел вам показать, потому что, ну это нереально круто. Я не знаю почему, но эта карта мне так понравилась, что это можно напросто просто с ума сойти. Хоть тут ничего такого особенного нету, да, никакого прохождения или еще что-то, но просто-напросто прокатиться на вот этой фиговине, это стоит тех же 5 минут. Потому что вы даже под... Офигеть, под воду, ребята. Офигеть. Мы сейчас попробуем от третьего лица. Что это вообще будет?
от третьего ребята лица. Давайте, сейчас, такая, дозаправочка, все, сейчас, потихонечку. А тут бы круто, а мы можем себе компаньонов найти? Мы можем себе виллиджеров? Вряд ли, но хотя... А если попробовать, допустим? Вряд ли. Я не знаю, вроде можно вагонетки, да, ставить? Но это как бы не совсем вагонетка в том смысле, поэтому... Нет. Не, ребята, к сожалению, нельзя. Ну ладно, тоже не будем расстраиваться, давайте мы сейчас от третьего лица прокатимся. Ребята, вы готовы? Вы готовы? Потому что, мне кажется, это еще намного круче будет, чем даже от первого лица. Офигеть. Прям сальто такое в воздухе. Круто, ребята. Это реально, ну прям, тут вы и круг делаете. Офигеть, смотри, что со мной творится. Даже под воду идете. О, нифига, а почему меня... Вот так. Резко спускаетесь, потом поднимаетесь, вот опять под воду. Пш! А я хочу на то большое кольцо, я уже там был? Я не... Вроде был, но я не падал. Нет, вот... Да не туда я хотел, не туда я хотел. А вот сюда я хотел. Так, опа, погнали, ребята. Вот, погнали, замечательно. Я хочу просто на том большом кольце прокатиться, посмотреть, как это вообще будет выглядеть. Так, нет, не на вот этом, а тут случайно вроде идет или как? Я, если честно, не понимаю. То есть, вот на то большое колечко я хочу. Мы там были? Вот сейчас мы под... Нет, сейчас. А как туда вообще отправиться? Мне кажется, туда случайно каким-то образом попадаешь, потому что я вроде два раза подряд в воду попал, а на то большое кольцо я, если честно... вот сюда. Меня всегда сюда кидают. Значит, нам, ребята, нужно опять вот сейчас попробовать вот так. Вот так! Погнали! Последний раз еще раз прокатимся на этих чудесных американских горках. Но все же эти американские горки с моими не сравнятся. Хоть я там и построил большое чудо света, но это, к сожалению, не сравнится. Не, конечно же, я шучу, это вообще офигение, если честно. Нифига себе, меня прям тарабанит в этой вагонетке. Я видел многие карты с развлечениями, можно сказать, но вот это реально круто. Это, как вы видите, тут даже со своими друзьями можно прокатиться, потому что вы видите то, что вы можете ставить вот эти дополнительные вагонетки, которые соединяются, и вы можете сесть в первую, вторую, третью, четвертую, пятую. А мне вот интересно, а можно ли свою создать карту? То есть, что я имею в виду? А можно ли... Нет, мне кажется, нельзя. Костер. Ну вот это тут есть, видите, то есть это все-таки добавили. Ну давайте сейчас посмотрим. Нет, мне кажется, этого... Мне кажется, ребята, этого не будет, то есть я бы хотел, если бы можно было самому вот это строить. Это было бы офигеть, если честно. То есть, вот видите, он как-то же эти блоки все посоздавал, да, вот это. Мне кажется, это было бы реально, вот, Redstone Powered Rail, вот... Вот, такого в Майнкрафте нету, но он добавил. Может, даже как-то можно и вот это создать. Вот смотрите. Полубок. А ну сейчас. Мы куда-то отправимся. Вот так. А потом, допустим... Ага, вот я соединил, ребята, я соединил. А если вот так, оно автоматически соединяется. А ну сейчас куда-то, допустим. Оно автоматом, ребята, идет соединение. Это офигеть, как круто. А ну, допустим, вот тут так сейчас. Это что за хрень вообще? Ребята, вы в курсе, тут можно свои вот эти горки строить. А ну давайте прокатимся. Можно тут как-то... Вот только на это можно ставить, как я понимаю. Вот только на это, да? Только мне бы в другую сторону, например, вот туда, да? И мне кажется, все-таки тут нужно редстоновую вот эту... не редстоновую, а вообще поставить, можно сказать...
я не знаю, наверное, кнопочку какую-то, да? Мне так кажется. Твою мать. Вот так? Сядем. Ну, это должно, в принципе, быть соединено. Соединено, да? Потому что это все-таки как-то должно работать. Короче, ребят, я не знаю, но как видите, тут реально даже свои горки можно создавать. Еще бы понять, как вот эти белые создать. Может... Вот! А ну сейчас мы день включим. Тут реально, ребята, можно свои горочки создавать. Допустим, если вот так прямо поставить. Вот так, да? И тут вот так. Потом. 1, 2, 3, 4. Нет. Вот так, да? Вот это как-то нужно было бы соединить, но я, если честно, не представляю, как это можно сделать. Вот хрен его знает, честно. Фиг его знает, ребята, честное слово, как это можно соединить. Как-то, допустим, вот, я не знаю, отправиться? Отправиться или нет? Вряд ли она отправится. Как-то это можно, ребята, честное слово, как-то это можно, но я не... Ну, там повторители, понятно, там всякие повторители стоят. Если вот это посидеть, поразмышлять, посмотреть, как это все работает, то, в принципе, можно понять. Но сама суть, то что смотрите, офигеть, как мы это все соединили, смотрите. Офигеть, я честно, ребят, я был бы нереально рад, если бы я мог как-то отправиться, если бы я знал. Но все же, ребята, а может нам потом собраться и самим вот это все построить? В смысле, я построю свою карту. И буду, я не знаю, то ли друзей даже приглашать Фирамира, или может даже иногда с подписчиками буду подписчиков приглашать, чтобы прокатить их на своих американских горках. Но это реально круто, ребята, это реально круто. Я думаю, что эта карта реально заслуживает лайка, потому что, ну реально, разработчик потрудился, чтобы это сделать. Я надеюсь, то, что она вам понравилась, ведь если мы наберем 700 лайков, я вам обещаю то, что завтра же выйдет следующее какое-то прохождение карты или даже небольшой обзор. И... В принципе, ребята, я буду очень сильно рад, потому что я очень ценю своих подписчиков. И также мне еще более приятно, если вы поставите все-таки лайк на это видео. Честно, ребята. Также не забываем оставлять свои комментарии, ведь я общаюсь со своими подписчиками. Можешь в этом убедиться, оставить свой комментарий под этим видео. И также не забываем подписываться на мой канал, ведь я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Да, ребята, поэтому подписываемся, я буду очень сильно тоже этому рад. Всем спасибо за просмотр. К сожалению, мы прощаемся, но все же, всем удачи и всем пока.